Блин, и праздник в Алексеевке собрал детей, школьников и жителей микрорайона. Праздничное мероприятие для анапчан организовал председатель совета микрорайона Алексеевский Дмитрий Дьяконенко. Пока скоморохи одних гостей развлекали веселыми конкурсами, других угощали вкусными аппетитными варениками с картошкой. Налепила вареников, пирожков, кормила всех детей. Яблоки, конфеты, все весело и дружно. Праздники все дети у нас любят, и взрослые. Для всех проголодавшихся на празднике палатки с едой, где можно найти обед на любой вкус. Блины, пироги, кондитерские изделия, шашлыки и многое другое. Мы с ребятами любим этот праздник, катаемся с горок постоянно. Любим, так хотим жечь масленицу. Я сам люблю вареники, особенно с картошкой, вкусные. Веселье, скоморохи, все это быт наши. Бабушек и дедушек, все это осталось. Это же замечательно. Дети повеселились, мы посмотрели, тоже приняли участие. А это всеобщее веселье на главной площади Анапы. Каждый желающий мог принять участие в конкурсах, получить заслуженный приз. И, конечно же, попытаться достать заветный разноцветный мешок с подарками, висящий на вершине гладкого деревянного столба. Или просто хорошо провести время, наслаждаясь традиционными для масленицы блинами, представленными в изобилии во всех уголках площади. Вячеслав Утенков любит удивлять всех чем-то особенным. К масленице готовился с 6 утра. Идею своей блинной композиции, говорит, придумал легко. Мы представили кусочек казачьего хутора, который еще припорошило снежком, и масленицу, которая ведет за собой весну. Все, кто не участвовал в конкурсах и состязаниях, могли посмотреть на яркие концертные номера на сцене. Развлекали веселые заводные скоморохи, затягивая публику в свои игры. Собравшимся не давали скучать и вокальные ансамбли. Масленица словно дала команду солнцу светить, а гостям радоваться. Что такое масленица? Это праздник блинов, игр, весело, все такое оранжевое, как блин. А вы знаете, с возрастом не хватает. Может быть, молодежи нужны другие немножко. А для нашего возраста это просто прекрасно. Веселье. Мы же общаемся. Это масленица. Самая лучшая масленица на белом свете. Хорошую масленицу сделали, ничего лишнего нет. В рамках праздника проходил конкурс «Самый блинный блин». Конкурсантов оценивала компетентное жюри. Без внимания не оставили никого. Наградили грамотами и поощрительными подарками. А символическое сожжение чучела приблизит приход весны.